Ассаламу алейкум, весь украинский народ, достойный народ. Я хочу одно сказать. Украинаның ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən həmvətənimizin sosial şəbəkələrdə görüntüləri yayımlanıb. Həmvətənimiz Ukraynalılara müraciət edərək, sona kimi mübarizə aparacaqlarını bildirib. Ассаламу алейкум, весь украинский народ, достойный народ. Я хочу одно сказать. Я гражданин Азербайджана, воюю добровольно. Я вам одно хочу сказать. Уважаемые мои родные, мы гордимся с вами. Украинский народ – это достойный народ. Войны. Не солдат, а войны. Мои родные, не переживайте. Вот это геноцид, мы им покажем. Мы просто так не оставим. Бучи, Ирпень, Харьков. Скоро увидите. Мы отомстим. Мы отомстим все. Мы с Украины были и будем. Слава Украине. Слава Азербайджану. Мы будем до конца.